Арнальдо Андре, Хуан Д'Артес, Хулиета Диас, Рамина Гаэтани, Валентина Басси, Витиана Блум и Малина Сольда в сериале «Цыганская кровь». Сценарий Маркоса Карневали и Марселы Герти. Операторы Хорхе Фернандес и Алехо де Фалько. Режиссеры Хорхе Ниско и Себастьян Пивотто. Или двоих. Нет? Нет. Чтобы спасти одного себя. Доброго Лосаро люди уважают. Тебе завидно? Ни капли. Завидно. Тебе также завидно, что Хасеми женится на море. Ты используешь Хасеми. Тебя волнует судьба брата? Не верю. Если бы волновало, ты бы не портил ему жизнь. Надеюсь, он поймет. Это ошибка. Я никогда не поступлю с ним подло. Ты уже поступил. Повторяю, это ошибка. Между Морой и мной ничего не было. Осталось только его убедить. Но он тебе почему-то не верит. А у сестры сегодня помолвка. Ну, ты занимайся своими делами. А ты клянись почаще. Если хочешь, чтобы тебе верили. Все не так просто. И не по моей вине. Я знаю. Поэтому я и пришла. Не нравится мне все это. Вранье не нравится. Какие-то недомолвки. Не нравится. Знаю, знаю. И Амадор ни при чем. Я попросила его солгать. Но ничего не было. Ничего не было. Мора, не нужно объяснять. Ничего не было. Мора, мне очень трудно, понимаешь? Моя вера иссякла. Так тоже бывает. Я хочу верить, но не могу. Верь мне. Верь мне. Ты не разлюбил меня? Можешь не спрашивать. Ты любишь меня так же? Можешь не спрашивать, но это уже не важно. Я могу любить тебя, но не могу жить, не веря тебе. Тем более моему родному брату. Я докажу тебе, что ты не прав. И ты можешь мне верить. Входи. Спасибо. Здравствуй, Хуан. Я позволил себе пригласить Ниньо. Он почти член нашей семьи и жених Макарена. Да, Ниньо? Да, да, конечно, да. Здравствуйте, сеньора. Прекрасно выглядите. Здравствуй. Сильверио, напитки. Кому лимонада? Помочь? Тебе так идет это платье. Ты пришел помучить меня или остановить помолвку? Что я могу сделать? Зато я рядом с тобой. Дурак ты. Может быть, но я рядом с тобой. Я вижу тебя, чувствую тебя. Макарена. Майта, а есть что-нибудь легкое? Вот легкое. Прошу, готово. Что? Какое самоубийство? Глупость какая. Это ошибка. Уходите. Умберто не оставит меня. Это ошибка. Уходите. Простите. Это ошибка. Вам знакомы эти вещи? Это из-за меня. Из-за меня.
монеты. Он взял пистолет. Какой пистолет? Убил себя. Любимый мой. Любимый мой, зачем ты это сделал? Это из-за меня. Сеньора, у вас есть дети? Может, позвать соседей? Нужно сообщить дочери. Где ваша дочь, сеньора? Моя дочь. У этих людей. Скажите номер, мы позвоним. Нет, я сама все скажу. Это я оставила ее без отца. Я оставила ее без отца. Это я виновата. Какой у тебя сын? Откуда? Такой. Обычный сын. Мне не нужно к врачу. Я здоров. Откуда у тебя сын? Скажи, что ты пошутил. Ты пошутил? Я не шутил. Это было до тебя. Забудь. Забыть? У тебя сын. У тебя еще одна жена. И мне забыть? Нет у меня второй жены. Ты моя жена. Ты, ясно? Только ты. Так у тебя есть сын. Пусти меня. Пусти. Не прикасайся. Ну-ка, вернись. Вернись. Ну как? Вкусно. Фирменное блюдо. Угощайтесь. Здравствуйте. Это наш повар. Здравствуйте. Прекрасный повар. Приятного аппетита. Можно тебя на секунду? Да-да-да. Еще стаканчик? Я принесу. Белого. Белого. Амадор, иди. У твоей сестры помолвка, тебя ждут. Работай и не лезь в мою жизнь. Не хами. Работай. Шеф? Да. Где заказ на третий стол? На третий? Да. А вы бы пошли. Понял? Нехорошо обижать Лосару. Я все знаю. Что-что? Нехорошо. Слушайте, не лезьте мне в душу. А ты готовься к вечеру, быстро. Что еще скажешь? В чем дело? Скажу про Мору и Хасеми. Тебе никто не верит. Никто. Судя по тону, даже ты. К сожалению, даже я не верю. Но тебе же плевать. Да, плевать. Что? Жаль, что ты плюешь на мнение людей, которые тебя окружают. На Майте, на Хасеми, на Лосара. Очень жаль. Тебе очень обидно? Нет. Телефон. Я перестала обижаться. Бар Фламенко, здравствуйте. С чем я поздравляю? Иса. Иса. Тебя. Алло. Это я, доченька. Мама, ты что, плачешь? Папа. Что, папа? Папа ушел. Как ушел? Ушел. Навсегда ушел. Он тебя бросил? Он умер, доченька. Он убил себя. Иса? Иса? Иса, что случилось? Алло. Что случилось? Папа. Иса. Иса. Скажи, что случилось. Оставь меня. Что случилось? Оставь меня, не ходи со мной. Что с твоим отцом? Не нужно, пожалуйста. Что с твоим отцом, Иса? Что случилось? Это вы во всем виноваты. Вы? В чем? Вы виноваты. Иса. Уйди от меня. Что с твоим отцом? Он умер, понимаешь? Умер. Держись, держись. 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 Я отвезу тебя. Я отвезу тебя. Что здесь делает Амайя?
Его привел Гайтан, представил женихом Макарене. Они везде пролезут. А братья, где они? Не смогли с работы уйти. Может, начнем? Да. Твое слово, сынок. Итак, дарю тебе это кольцо и обещаю быть хорошим мужем, исполняющим любое твое желание. Обещаю уважать тебя и твою семью до конца дней моих. Давай. Вот. Молодец, что пришел. Простите, я не опоздал? Нет, вовремя. Ну как? Все отлично. Сестру еще не забрали? Не забрали. Я не при параде. Главное, что с нами. Пастор, я обещаю тебе быть хорошей женой и уважать тебя и твою семью до конца дней моих. Браво! Браво! Ура! Выпьем! Бокалы! Держите! За молодых! Ну что? Сказать, где я была? Как хочешь. Можешь не говорить, но я твой отец, не забывай. Я и так всегда все знаю. Да? Я знаю, например, что когда ты ушла из дома, ты была во Фламенко. Нет. С Амадором. Он предложил мне ночлег, но у нас ничего не было. Вот что, Мора, не хочу быть посмешищем, особенно перед Эредие. Я обещал Хосеме, что ты будешь его женой. Его и ничьей больше. Так что мне хотелось бы знать, кого ты все-таки предпочитаешь. Амадора или Хосеме? Хосеми. С Амадором ничего не было. Не было? Не было. Это недоразумение. Да. Хосеми знает, где ты была той ночью? Да, он мне верит. Поверил, и что? Ничего. Он сердится? Нет. Нет. Все хорошо? Да. Значит, можно спокойно говорить с Лосаро о вашей помолвке. И он не поднимет меня на смех. Можно говорить? Ты хочешь говорить? Не знаю. Может, да? Может, нет. Ты никуда не пойдешь. Пойду. Можешь приводить сюда жену, сына, кого хочешь. Ты не уйдешь. Нет, уйду. Ты никуда не уйдешь. Уйду. Я не могу больше с тобой, не могу. Я тебе не рабыня. Вот как. Это последняя капля. Нет, постой. Эй, что происходит? Я ухожу. Заткнись. Пусть он приводит своего сына. Заткнись, я сказал. Не трогай меня. Анхель, Луз. Луз! Луз! Стой. Ты что, сказал ей про своего сына, идиот? Сказал? Я не сдержался. Она сказала, что у меня не будет детей. Молодец. И что будешь делать? Верну ее. Нет, постой. Слышал, что я сказал? От меня так просто не уйдешь. Слушай меня, успокойся и не дури.
Оставь ее. Пусть остынет. Никуда не денется. Идти ей некуда. Понял? Но почему? Почему? Неужели из-за денег? Не знаю. Не знаю. Мама, это же не из-за денег. Не из-за денег. Нет, нет. Не может быть. Зачем он здесь? Он привез меня. Я не хочу его видеть. Ни его, ни брата. Альба, я хочу помочь вам. Не нужна твоя помощь. Мы сами справимся. Я не хочу их, не хочу. Мама, успокойся, пожалуйста, не нужно. Не нужно. Что ты стоишь? Уходи, пожалуйста. Не верю. Не верю. Я не верю. Неужели из-за денег? Неужели папа убил себя из-за денег? Я не верю. Из-за меня. Я убила его. Нет. Нет, мама. Мама, не говори так, не говори так. Не говори так, пожалей себя. Все из-за меня. Он увидел монеты, взял пистолет и ушел. Он видел монеты? Да. И взял пистолет. Проклятый пистолет. Я думала, он пойдет к Лосаро. Но он не пошел. Он решил сам. Какой ужас. Какой ужас. Эй, ты что? Ничего, просто так. Просто так? Я думал, ты рада, счастлива. Ну-ка, ну-ка. Ты не хочешь? Ты это ради Лосаро? Тогда не нужно. Кто остановит Лосаро? Когда он устраивает чью-то судьбу? Что я могу сделать? Ничего не могу. Вот так. Перед тобой счастливая невеста. Не знаю, он странный какой-то. Он не против, чтобы я женился на море? Это другое дело. Ты мужчина. А что делать женщинам? Ты не любишь пастора? Неважно. Лосаро прав. Любовь придет позже. Или слишком поздно. У тебя есть кто-то? Уйди, пожалуйста. Не плачь, а скажи Лосаро. Зачем? Поздно, я помолвлена. Нет, не поздно. Скажи, чтобы всю жизнь не мучиться. Кажется, Майта довольна. Да. Довольна? Она сама выбрала? Могла ведь отказаться? Не думаю, что могла отказаться, Лосаро. Ты умеешь убеждать людей, не оставляя им выбора. А вот Хосеми? Он сам выбрал. И посмотри, хорошо ли ему теперь. Его девушка была с Амадором. Странно. Амадор мог бы это скрыть. Пойди пойми Амадора. Простите, страшная новость. Умберто кончил жизнь самоубийством.
Надо бы навестить Ису и Альбу. Там ужас творится. Это Альба велела сказать. Ампаро, не сейчас. Альба велела. Нет. Наоборот, она попросила ничего не говорить. Я сам решил сказать. Они остались совсем одни, без денег, без всего. Как же он решился? Зачем? Ты идешь, да? Ты тоже идешь. Он муж твоей сестры. Альба мне больше не сестра. Нет, сестра. Они с дочкой остались одни, им нужна помощь. Так что ты тоже идешь. Ампаро сказала про Альбу. Я не удержал ее. Ладно. Эгоизм слепит людей. У вас с Альбой что-то было? В смысле, недавно? Не волнуйся насчет Ампаро. Я разберусь. Ты не ответил. И не отвечу. Как твои дела с Морой? Он что, правда застрелился? Да. Ты тоже не ответил. Она была у меня, но есть вещи, понять которые выше моих сил. Это ты о чем? Она была во Фламенко. Ах, да. Переночевала только и всего. Да, конечно. Ты же не думаешь, что Амадор способен на такое? Не думаю. Он твой брат. Он не предаст тебя. Ты пойдешь к Альбе? Да. А Ампаро? Ампаро тоже. Ты куда, Анхель? Я хочу вернуть Луз. Не ходи никуда. Ты мне будешь нужен. Потом. Сейчас. Оставь Луз в покое. Пусть походит, подумает, успокоится. Какого черта ты сказал про ребенка? У тебя забот мало? Скандала захотелось? Я знаю, что говорит жене. Нет. Не знаешь. А если б знал, она бы не бегала из дома. Так что сиди, не трепыхайся, Анхель. Дочери, ты ни слова не говоришь. А я вечно крайний. Нет. Ладно, сходи лучше в кондитерскую и попроси Хосеми прийти ко мне. По-дружески попроси. Заодно к чаю что-нибудь купишь. Не могу. Я буду ждать Луз. Я тебе приказываю. И еще. Поменьше болтай. Будет лучше. Не обращайся со мной, как с идиотом. А ты... не веди себя как идиот. И еще, в твоих проблемах с женой виноват только ты, а не я, сынок. И не издевайся над ней, пока она навсегда не ушла. Нет, папа. Меня бабы не бросают. В отличие от тебя. Мучил меня всю жизнь и еще про сына на стороне рассказал. Подожди, это же, наверное, очень давно было. Давно, недавно, какая разница? Главное, он все время это скрывал. Дура, я дура. Но себя-то ты в чем винишь? Я тоже виновата. Ни в чем ты не виновата. Я была слепа. А ведь он, наверное, деньги давал. Встречался с ней. Господи, какая же я дура. Трудно поверить. Я и сама не ожидала. Я ему многое прощала. Я ему все прощала. Я думала, что у него просто характер такой. Но что он любит меня, что я у него одна. Все, теперь конец. Это конец. Вот увидишь. И что ты будешь делать? Бросишь его? Не знаю. Не могу. Мне идти некуда. А как же быть? Не знаю. Не знаю я, что делать. Не знаю, куда идти. Ампаро! Ампаро, идем. Я не пойду. У нее умер муж, Ампаро. И развязал вам руки, да? Не говори так. Конечно, я же права не имею говорить. Мне остается только двери им открывать, когда они с дочерью сюда являются, и провожать тебя, успокаивать ее. Она твоя сестра. Это ли не повод хоть на секунду отрешиться от ненависти и древних склок? А ты зачем идешь, Лосаро? У них горе и нет денег. Пусть продаст монеты.
Ты же отдал ей монеты. Пусть продаст. О чем ты говоришь? Об этом, Ласара Эредия. И учти, что я видела и эти монеты, и эти письма. Ты рылась в моих вещах? Я нашла только то, что ты хотел, чтобы я нашла. Зачем? Зачем ты это сделал, Ласара? Сейчас не время об этом. Твоя сестра потеряла мужа. Мы нужны ей. Мне надоело быть добренькой. Я не пойду. И тебе не советую. Если ты не пойдешь, мне придется идти одному. Идем. Нет. Что она говорит? Послушай. Не понимаю. Она говорит, что виновата. Это правда, правда. Иса, в чем она виновата? В смерти отца она виновата. Иса. Он видел письма, которые дал твой брат. А я не верила. Не верила, когда он просил не общаться с тобой. Ни с тобой, ни с твоей семьей, ни с твоим братом. Не бей других. Отца этим не вернешь. Уйди, Амадор. Уйди, не говори ничего, уйди. Уйди, прошу тебя. Уйди, мы не хотим тебя видеть. Альба. Почему ты не скажешь, чтобы он ушел? Сама скажи. Она сказала. Подождите, сейчас будет опознание. Вам нужна помощь. Сильверию, идем. Пойдем, тетя. Пока он здесь, я никуда не пойду. Мне не нужна твоя помощь. Пусть дочь решит. Иса, уйти или остаться? Скажи ему, Иса. Уйти или остаться, Иса? Останься. Я остаюсь. Идемте. Идем. Луз. Ну? Все прошло? Нет. Оставь нас, Мора. Давай потом, я устала. И устала, и разозлилась. Ну давай разберемся. Не понимаю. Почему мне никто не сказал про этого ребенка? Потому что его нет. Вот и все. Это сын от чужой, не цыганки. И для меня его нет. И было это давно. Но он помогает им, сыну и женщине. Я имела право знать и выбирать. Выбирать? Что выбирать, Луз? Ты забыла? Нет. У тебя не было права выбирать. Это я тебя выбрал. Тебе было не из чего выбирать, вот в чем дело. Так что не глупи, хорошо? Если я рассержусь, будет хуже. Я верну тебя туда, откуда взял. Куда ты пойдешь из этого дома? На свалку? Туда, где я тебя нашел? Подумай. О чем он говорит? Кто дал ему право? Не вмешивайся, у тебя проблем с Хосеми хватает. Здесь. Я знаю. Изабель, идем со мной. Не отпускай меня одну. Я не могу, мама, не могу. Идем, Альба, я с тобой. Дочка, я прошу тебя, я не выдержу. Ты не смотрела на него, когда он был жив. Так хотя бы сейчас.
Плачь, повариха. Плачь. Прошло 10 лет, как умер мой отец, земля ему пухом. Как будто мне отрезали кусок души. Поэтому я не буду нести бред, типа, крепить все образуется. Не образуется. А ты плачь. Плачь. Нужно плакать. В тот день, помню, я хотел беситься и грустить, и плакать, как ты. Но я должен был держаться. Ради Майты? Майта была ребенком. Как твоя мама сейчас? Моя мама не ребенок, Амадор. Прости ей ее ошибки. С твоим отцом, земля ему пухом. Прости ей. Береги ее. Держись ради нее, как я держался ради Майты. Может, я в чем-то не прав, но я хочу помочь. Спасибо. Запомни, что ты должна поддерживать мать. Кроме тебя у нее никого нет. Повариха. Не нужно так, Хасеми. После всего, что случилось... Что ты сделал для меня? Я, кажется, разобралась в своих чувствах. И каков результат? Я не хочу терять тебя. Будь рядом со мной. Я скучаю. Это твой? Держи. Нашел? Где он был? В постели Амадора. Знаю, знаю, и Амадор ни при чем. Я попросила его солгать, но ничего не было. Моя вера иссякла, так тоже бывает. Я хочу верить, но не могу. Я докажу тебе, что ты не прав. Ампаро, иди сюда, пожалуйста. Прости, я хочу побыть одна. Не нужно тебе быть одной. Выпьешь что-нибудь? Не убивайся ты так. Посмотри на меня. Посмотри. Лосаро любит тебя. А ей помогает, потому что чувствует ответственность. Он всегда помогает, даже если его не просят. Тем более семье. А меня считает бесчувственной. Он думает, мне легко. Она моя сестра, Хасеми. Ты бы знал, как я ее любила. Мы с Альбой много лет назад были так близки. Ты бы знал, как ты с Амадором. Конечно, я бы хотела помочь ей, конечно. Пойдем, пойдем. Пойдем, Ампаро. Нет, не пойду. Слишком много лет прошло, и слишком много горя между нами. Знаешь, как страшно потерять сестру, Хасеми. Не дай Бог узнать. Как будто тебе отрезали руку. Или кусок души. Была надежда, что это не он. Но это он. Когда его можно забрать? После вскрытия. Я попрошу Энца, чтобы он позвонил. Нет, не нужно никого просить. Мы сами справимся. Я сварю кофе. Выражаю соболезнования. И прошу рассчитывать на меня. Что бы ни понадобилось. Спасибо. Спасибо? Вместо того, чтобы его выставить? Какой же ты лицемер.
Тебе не стыдно прийти сюда, невзирая на наше горе, на то, что умер наш папа? Иса. Ничего, ничего. Ничего. Вы оба его убили. Ты убил его. И лучшая помощь — это уйти отсюда. Доченька, зачем ты так? Значит, он останется? Куда ты собралась? Я ухожу. Я не желаю в этом участвовать. А вы оставайтесь со своими любовными письмами и своими монетами. Нет, Иса. Тогда уйду я. Нет. Нет, нет. Не уходи. Папа уже умер. Вот так, мама. Ты свободная женщина. Живи с ним и будь счастлива. Как тебе не стыдно? Как не стыдно? Стыдно? Ничуть. Ты никогда не любила папу. Никогда, лицемерка. Сколько раз он просил тебя не встречаться с этим человеком. Так что не нужно плакать. Папа умер. Все в порядке. Она права, Лассаро. Мы убили его. Зовет тебя. Пусть сам придет, если я нужен. Ты не понял. Он хочет нормально поговорить о море. Ладно. Заеду позже, как смогу. Подожди, он хочет поговорить о море. Я понял. Ну так что ж ты стоишь? Ты, может, заболел? Тебе-то какое дело? Я вижу, до тебя туго доходит. Ты любишь мою сестру? Мы отдаем ее. Понял, не дурак. Сказал, заеду. Отец будет ждать. Я ждал от тебя знака, чтобы вслух сказать правду. Но не дождался. Как трогательно. Ты клялась в вечной любви. Не приходи больше. Держись подальше. Ни один, ни с Макареной. Майте. Забудь меня и уходи. Майте. На его месте мог быть я. Но ты не был. И не будешь. Я всегда буду. Даже если ты выйдешь за пастора, я буду рядом. Я женюсь на его сестре и буду рядом с тобой. Не подходи. Не лезь. Алло. Привет, Майте. Как дела у прекрасной невесты? Нормально. Устала немного. А кольцо? Не жмет? Скажи, тебе понравилось? Очень понравилось. На твоих тонких пальчиках оно должно смотреться. Да, очень мило. Никогда не снимай его, ладно? Анхель сказал, ты звал меня. Да, звал. Думаю, Хосеми, пора нам вернуться к прошлому разговору. Мора, правда, заставила нас поволноваться, но тревога оказалась ложной, и все, к счастью, разъяснилось. Все в порядке. Что за тревога? Не понимаю. Помнишь, она ушла? Я говорил с ней. Ты ей по-прежнему нравишься. Так зачем откладывать? Поговори с Лассаро, убеди его, что само по себе нелегкая задача. Понимаю. Дело не только в Лассаро. Не знаю, как у нас все теперь будет. Ты в смысле ее визита во Фламенко? Я говорил с Амадором, он клянется. Нет, нет, нет. Это ясно. Я хочу все взвесить. Я вообще не люблю спешки. Тише едешь? Мне спешить некуда. А ты-то что вдруг заторопился? Или причины появились? Хану. Ты что, отказываешься?
Пока откладываю. Когда окончательно созрею, снова приду и попрошу ее руки. Согласится, значит, женимся. Но не сейчас. Прости. Хосеми? Стой. Почему ты мне не сказал? Что? Что ты отказываешься? А зачем говорить? Так сложилось. И нечего брату и отцу меня подталкивать, понятно? Я их об этом не просила. Ты мне веришь? Не верю. Я знаю твою семью. Дай пройти. Поверь хотя бы мне. Ты мне не веришь. Веришь, не веришь? Дай пройти. Стой. Почему ты не даешь мне договорить? Не нужно. Не нужно ничего договаривать. Не все можно описать словами. Знаю, знаю, стой, не уходи. Скажи, что мне делать. Что? Что мне делать? Скажу, пропустить меня. Скажи мне, что делать, как мне вернуть тебя обратно. Я хочу быть с тобой. Посмотри на меня, как раньше смотрел, а не как сейчас. Зачем он пришел? Зачем он пришел в тот дом, который сам же и разрушил? Я не буду его защищать, потому что не хочу. Только объясни. Я не понимаю. Вы были друзьями. Он одалживал тебе деньги. А сейчас он стал хуже, чем я? Не лги себе. Все вы одинаковые. Мы совершенно разные люди. Что ты говоришь? Нет, с женщинами вы одинаковые. Сейчас ты со мной и успокаиваешь меня. А что будет завтра? Ты уйдешь, и мне опять будет плохо. Это неправда. Да, так было всегда, и больше я не хочу. Ты так говоришь, как будто цель моей жизни обидеть тебя. Странные у нас отношения, тебе не кажется? Я не знаю, ничего не знаю. Ты вечно заводишь меня, и я завожусь. А ты меня не заводишь, да? Не заводишь? Нет. Нет, давай сменим тему и тон. Сейчас не лучшее время для ругани. Ты прав, не лучшее время. Но лучшего времени у нас с тобой не будет. Мама права. Ты доставляешь одни страдания. Я не хочу повторить ее историю с твоим братом. Не хочу. Я не Лосаро. Ты мне нравишься. Нет. 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 Ты мне нравишься. Я тебе не верю. Ни в чем не верю. Никогда. Я Амадор Эредия. Я никогда не клянусь. Но я клянусь, что ты мне нравишься. Все началось с того, что он нашел монеты. Схватил пистолет и убежал. В тот момент я ничего не поняла, поэтому и не остановила. Но я и подумать не мог. Я хотел помочь. Я знаю. Умберто не смог вынести, что ты вернулся в мою жизнь. Он думал, что между нами опять что-то возникло. Ты не виноват. У Исы другое мнение. Прости ее. Она злится на меня. Но все это пройдет. И когда-нибудь она простит меня. Я так люблю ее и боюсь потерять. Я боюсь ее потерять. Боюсь. Ну что ты? Она простит тебя. Конечно, простит. Лосаро. Она простит. Фильм озвучен компанией Интеркоммуникация.